Завершается праздничная майская неделя. 4 выходных и среди них День Победы. Подведем итоги этих дней. В студии Дмитрий Иванов. Здравствуйте. И вот что было главным по версии корреспондентов телеканала УТС. Уважаемые новосибирцы, дорогие земляки, я поздравляю вас с 79-й годовщиной победы советского народа в Великой Отечественной войне над фашистским захватчиком. Победа будет за нами. С праздником! Вспомнить о тех, кто погиб в Великой Отечественной войне, и вот мы видим, что много сегодня молодежи. Вот это очень заметно, что много родителей пришли с детьми, много бабушек с внуками, с внучками. МиГ-3 летал на 9 мая, Ил-2 летал на 9 мая. То есть это такая традиция. Ни одного 9 мая у нас выходного не было. Все время было в полетах где-то. В этот раз мы решили вам показать и рассказать совместно с историками, краеведами, архивистами о том, как и чем жила Новосибирская область в военные годы. Мы хотим вот пример дать для того, чтобы в других местах, может быть, сейчас кто-то не успеет, вот увидев по телевизору к 9 мая преобразить памятники в своих сельских поселениях, сельсоветах. Но можно же это будет чуть попозже сделать, собраться дружной командой. Есть шанс, что нам не придется идти с боями до Львова, а будет достигнут какой-то компромисс. Вот как лучше, откровенно говоря, я на сегодняшний день не знаю. Опять весна на белом свете, бери шинель, пошли домой. День Победы – главный праздник в истории страны, праздник с традициями, которые хорошо нам известны. Возложение цветов к вечному огню, минута молчания, военный парад – все это было и на этот раз. И общая картина великого праздника в сюжете Андрея Баева. По традиции, официальные праздничные мероприятия 9 мая начинаются с возложения цветов к бюсту маршала авиации, трижды героя Советского Союза Александра Покрышкина. Уже через полчаса в центре Новосибирска стартует военный парад. Парад под государственный флаг Российской Федерации и Знамя Победы. Смирно! Ровным строем по главной площади города проходят парадные расчеты региональных управлений МЧС, МВД и ГУФСИН. Чеканят шаг ракетчики, курсанты новосибирских военных вузов, кадеты и воспитанники патриотических клубов. Среди юнармейцев – парни и девчонки из Беловодского района Луганской Народной Республики. В отличие от Владимира, мы с Виктором впервые здесь, в Новосибирске. Достаточно красивый город, нам понравилось. Маршировали по 4 часа где-то. День через день. Также с барсами тренировались в выходные дни. С погодой в этом году повезло. Посмотреть на парад в центр Новосибирска пришли десятки тысяч человек. Поздравляем! Ура! Ура! В преддверии Дня Победы прошла информация, что на Новосибирском параде не будет военной техники. Однако, к счастью всех зрителей здесь, в центре города, и тех, кто смотрел парад в прямом эфире, техника все же прошла по площади Ленина, возглавлял Т-34 легендарный танк и завершает ядерный щит нашей страны, ядерные установки, ракетные установки «Ярс» и «Триумф». Еще одно традиционное место празднования – монумент славы. На пилонах тысячи фамилий, отдавших жизнь за Родину. День Победы – это дань памяти каждому. 27 миллионов жизней – вот цена нашего народа за этот день, за сегодняшний день, за будущее наших детей и внуков. И эта скорбь объединяет нас. Скорбь каждой отдельной семьи и общая скорбь всего российского народа, да и многих народов бывшего Советского Союза. Больше 2000 участников Великой Отечественной войны живет сегодня в Новосибирской области. И, конечно, они главные герои этого праздника. Поздравить вас с этим замечательным праздником со слезами на глазах. Первое, что я хочу сказать, почему мы победили? Потому что наш народ верил в победу
и был готов к сражению. Праздничные мероприятия сегодня во всех районах Новосибирской области. В память о погибших воинах сегодня у вечного огня сотни тысяч красных гвоздик. Мы помним, мы гордимся. Андрей Баев, итоги недели. А теперь о каждом мероприятии чуть подробнее. Парад в целом не отличался от парадов предыдущих двух лет. Среди дебютантов девушки-сотрудницы Главного управления МЧС по Новосибирской области и ребята из движения «Молодая гвардия» из Луганской Народной Республики. А в колонии военной техники по-прежнему в центре внимания ракетные комплексы. Вот как они едут по Красному проспекту под знаменитую музыку композитора Матвея Блантера. Перед вами проходят транспортно-заряжающие машины из состава оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М». В данном комплексе внедрены новейшие научно-технические и конструкторские разработки по созданию военной техники. Он предназначен для поражения высокоточными ракетами наземных целей. Площади движется боевая противодиверсионная машина «Тайфун». Представляет собой разведывательно-охранный комплекс, размещенный на базе БТР-82 и предназначен для охраны и обороны ракетного комплекса «Ярс». Проходит ядерный щит России. Мобильная пусковая установка ракетного комплекса «Ярс». По своим характеристикам он превосходит все аналогичные образцы вооружения в мире. Авиационной части парада в этом году не было, но уже после того, как прошла военная техника, над площадью Ленина пролетел восстановленный советский истребитель И-16 времен Великой Отечественной войны. За штурвал легендарного самолета сел заслуженный летчик-испытатель России, директор СИБНИА имени Чаплыгина Владимир Барсук. Вот как это было. Самолет И-16 из Великой Отечественной. Памяти о людях, погибших в этой войне, посвящена акция «Свеча памяти» у Монумента Славы. Мы не первый год транслируем ее в прямом эфире, но в этом году людей было особенно много. В качестве подтверждения кадры с квадрокоптера. С высоты птичьего полета можно увидеть торжественную красоту этого зрелища. Тысячи маленьких свечей у Монумента Славы. Очень красиво.
Живых ветеранов Великой Отечественной войны осталось, к сожалению, совсем немного. И вот один из них – столетний Михаил Алексеевич Мезин, кавалер Ордена Красной Звезды, участник Сталинградской битвы, живет сейчас в Новосибирске. Вот как заслуженного и уважаемого ветерана поздравили с праздником Победы. Съемки наших коллег из пресс-службы Центрального военного округа. Здравствуйте. Разрешите вас поздравить с Днем Великой Победы. Мы желаем вам здоровья, позитива и, самое главное, здоровья. Поздравляю вас с праздником. Это вам здоровья, счастья, ну, всего хорошего. И благодарность тем, кто воевал за нас, когда в окопах вы сидели и в небо каждый раз смотрели, и командир, ведущий в бой, домой вернулся, как все его войска. И вот, прошло почти 80 лет, и мы помним все, подвиг каждого бойца. Тебе опять прислали, ребята, послание. Уважаемый Михаил Алексеевич, с Авдеевки, понял? Михаил Алексеевич, хотим поздравить вас от лица артиллеристов Центрального военного округа, выполняющих боевые задачи в зоне СВО. С 9 мая, с Днем Победы. Пожелать вам счастья, здоровья, а также родным и близким. Что мы сделаем все, чтобы приблизить нашу победу. Победа будет за нами. Ура! 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 Опа. Спасибо. Опа. Давай поближе немножко. Не забывают, не забывают. И приходят. Спасибо. В этом сюжете прозвучало, что ветерана Великой Отечественной войны Михаила Алексеевича Мезина поздравили военнослужащие из Авдеевки, то есть те, кто сейчас решает государственные задачи на специальной военной операции. Гость программы «Регион Лайф» на неделе историк и журналист Ростислав Антонов предположил, как могут развиваться события в зависимости от исхода выборов президента Соединенных Штатов Америки. Ну и о разном поведении звезд, кино и эстрады мы тоже поговорили. Интересное мнение заслуживает внимания. Мы вот находимся, вот, чтобы вы понимали, мы вообще живем в истории. Вот она ткань очень тонкая историческая, она может рвется в самых разных направлениях, и ситуация может повернуться абсолютно по-разному. Сейчас, в принципе, уже мы видим, как оно выстраивается. То, что Россия движется к победе. Так. Победа, что такое победа? Да, мы еще до конца не понимаем сами, где мы остановимся, как это все будет происходить. И во многом это зависит от того, насколько украинская власть будет финансироваться со стороны коллективного Запада, где, да, естественно, основную финансовую нагрузку несут Соединенные Штаты Америки. Потому что, ну, как сказал Жозеф Боррель, войну можно закончить, я его цитирую, да, за 2 недели, просто перестать поставлять на Украину оружие, и они будут вынуждены сдаться. И вот сейчас 2 варианта. И сейчас, да, 2 варианта у нас. Если победит Байден, то нам, я думаю, что это будет еще не 1 год, и не 2, и не 3. То есть мы будем идти до тех пор, пока не дойдем до, думаю, Львова, я так предполагаю. А если Трамп? А если Трамп, то здесь возможны нюансы. То есть Трамп неоднократно высказывал, что ему эта война не нужна. Это были первые высказывания. Сейчас он говорит, что он переложит бремя финансирования на Европейский Союз. Европейский Союз не в восторге от этого предложения, потому что ему, в общем-то, как бы не очень хочется финансировать. Поэтому есть шанс, что нам не придется идти с боями до Львова, а будет достигнут какой-то компромисс. Вот как лучше... Откровенно говоря, я на сегодняшний день не знаю, потому что если мы вспомним историю, то вот это как бы бандеровское ядро, западенщина,
В советское время его не додавили, не добили. И эта зараза, она проникла во все управленческие структуры Украины, и мы получили то, что получили. Что будет сейчас? Настрой у многих военных, у многих нас, что все-таки надо сделать так, чтобы больше этого никогда не было. Максимально сохранить людей, но вот это зло должно уйти. Как это сделать? Наверное, история покажет. Как мы это сделаем. Последний вопрос, коротко, наверное, у нас есть буквально еще минутка, вернемся в Новосибирск, и это уже, к сожалению, есть обратная сторона жизни, кто, может быть, и не задумывается о том, что вот, например, происходит на специальной военной операции. Вы недавно отреагировали на историю с Никитой Кологривом в соцсетях. Не буду пересказывать, наверное, многие наслышаны. Это не первый случай, когда, так сказать, звезда ведет себя не очень достойно. Как считаете, почему? По недомыслию, какой-то непродуманный пиар? И самое главное, а что нужно сделать в обществе, чтобы как-то не вели себя так люди? И за 40 секунд ответить на этот вопрос. Знаете, у нас, по сути, есть две России. Одна Россия — это та, которая помогает фронту, та, которая включилась, у кого родственники, друзья, знакомые там находятся. А есть другая Россия, которых еще до сих пор это не коснулось. И вот я бы очень хотел, чтобы люди, которых это не коснулось, услышали и поняли тех, кто уже там или у кого родственники, родные, близкие с этим связаны. И тогда не будет тех историй, которые случились с Кологривым и другими нашими звездами, которые живут в другой реальности. На землю надо приземляться. Спасибо, Валерий. Спасибо. В нашей программе еще один сюжет о ветеране Великой Отечественной войны. Наш сапкор в Куйбышеве и Барабинске Оксана Тимошенко рассказывает об Анатолии Степановиче Безрукове, жителе Барабинска, который дошел до Берлина и на стене Рейхстага оставил надпись «Новосибирск». 5 мая герою-фронтовику исполнилось 100 лет. Анатолию Безрукову было 17, когда началась война. Тогда вместе с семьей он жил в Барабинске, куда переехали с далекого Уссурийского края. В каждом сельском совете стояли рупора, динамики тогда, на столбе. Вот слышим громкий такой голос, громкий. Собрались в кучку, давай слушать. Подходит население, там кто дома. Вот. И вот послушали объявление. Вот. Война. Отца сразу забрали на фронт. Чтобы помочь семье, Анатолий устроился в локомотивное депо. Поработал недолго. В 42-м, как только ему исполнилось 18, пришла повестка в военкомат. Утром уже был приготовлен поезд. Станция Юрга. Новосибирское военно-пехотное училище там было. Вот, значит, нас разбили по взводам и начали выдавать нам обмундирование. Когда обмундировали, одели, и каждого подвели под палатку, привив 10 человек, палатка, отделение. Вот вы там располагаетесь. 6 месяцев прошло быстро. Остался последний экзамен. Давай. Утром встает, собирает начальник училища, постройка, общее построение. Приказ Сталина, все училища на фронт. До Москвы добирались почти 3 недели в холодных вагонах. Отапливать было нечем. На то и война, говорит ветеран, всем было трудно. И тут же сразу появились представители уже с фронта. Как потом уже называли покупатели. Вот. Нас начали распределять. Приехали пехотинцы, артиллеристы, вот, разведчики. Курсант Безруков попал в 222-ю стрелковую дивизию в разведвзвод артиллерийского полка. Их сразу отправили под Ельню Смоленской области, где шли ожесточенные бои с противником. Мы ехали, примерно часов 10. Очень медленно. Потом одна остановка, команда, выходи, вышли. И мы оттуда уже пошли пешком. Болото, там уже Смоленская область, значит, начало было. Болото там такие, леса.
Идти мы в оборках, ноги промокшие, все. День в лесу на деревьях висим. Свалим несколько деревьев, наклонимся. Кто так, ну, в общем, а ночь вперед. Мы вот так вот двое суток мы двигались перед передовой. Вот. Когда прибыли мы на место, уже слышно выстрелы, стрельба, уже все. Вот мы тут уже почувствовали, что что-то там не так. Пришлось быстро освоить стереотрубу, с помощью которой находившийся в наблюдательном пункте разведчик сообщал о местах дислокации вражеских сил и вел корректировку огня. Темнеть начало. Смотрим, там, где должен ихний передний край находиться, зарево. Они подожгли все деревня, там каждый свое. И пошли отступать дальше. Вот мы Смоленск прошли и пошли уже, как говорится, ходом гнать немцев. Но некоторое время он остановится, зубы покажет. Вспоминает ветеран, как с радостью встречали советских солдат белорусские партизаны и как отказались напоить бойцов водой в Западной Украине. Анатолий Безруков прошел длинный фронтовой путь. За его плечами второй белорусский и Западный фронт. Он освобождал Минск, Варшаву, победу встречал под Берлином. Среди его наград – орден Красной Звезды, ордена славы третьей степени, Отечественной войны второй степени, медали за отвагу, за освобождение Белоруссии, за взятие Берлина. Там на Рейхстаге он оставил надпись «Новосибирск». Домой Анатолий Степанович вернулся в 47-м. Строить уже мирную жизнь. Мы много говорим в эти дни о Великой Отечественной, в том числе и с историками. И, казалось бы, все уже известно о военном времени, о войне, но есть факты, которым удивляешься и сейчас. Например, о героической роли собак Великой Отечественной. Это были собаки-санитары, собаки-саперы, минеры, собаки, которые доставляли продукты. Вот удивительная история из программы «Регион Лайф». Собаки начали свою службу уже в 41-м году, в июле 41-го года, на Юго-Западном фронте, когда шло массивное наступление фашистских войск, был пограничный отряд, 500 человек он всего составлял, и у них было 150 собак обученных, и силы были, естественно, неравны, убили всех 500 бойцов, и уже потом выпустили собак, ну, чтобы хоть как-то отстоять. Выпустили всех 150 собак. Они буквально вгрызлись в глотки противнику, и противник первый раз вообще увидел, не ожидал, что такое существует. И, конечно, напугались, отступили, и после этого выжила всего лишь одна собака. Она доползла до деревни, жители ее выходили. Да, после этого гитлеровцы расстреляли абсолютно всех собак в деревнях, в которых они были, даже тех собак, которые были цепные. И, ну, то есть собак вообще не осталось в деревнях нигде. То есть они настолько их испугались. Больше всего немцы боялись собак-подрывников, которые подползали под танк с гранатами. Их они боялись больше всего. Что касаемо собак-санитаров, бойцы, которые были без сознания, собаки были научены, они их лизали. Лизали, пока те не придут в сознание. А бойцы, которые были в сознании, легко собаки умели определять раненого от нераненого и подползали к ним сбоку, своей сумкой сбоку, чтобы боец мог достать медикаменты, бинты, ну, то есть перевязать себе кровотечение. Удивительные факты, конечно, немногие о них знают. Мы, казалось бы, уже почти все знаем, да, за столько лет. А вот... Если праздник народный, то и готовить его лучше сообща. Такой пример показали активисты сразу 5 территориальных общественных самоуправлений Ленинского района Новосибирска. Они не стали зацикливаться каждый на своей территории, имя которой обычно и носит организация, а предложили свое участие в одном большом общем празднике Западного жилмассива. Сюжет Константина Клещина. Объединяя усилия, представители разных территориальных общественных самоуправлений, сокращенно ТОС, сразу же пришли к дилемме, где проводить торжества. Ранее, как правило, использовали площадку ДК «Сибтекстильмаш». Но тут стало понятно, что равнодоступность обеспечена не будет. И выбор пал на Троицкий сквер. Он просторный, чистый, зеленый. А главное, в центре Западного жилмассива. Сегодня мы здесь организовали большой праздник, я считаю, потому что здесь у нас сегодня 5 ТОСов нашего здесь Западного жилмассива. Наши спонсоры подтянулись. Ну, все поддержали администрацию Ленинского района. Основная поддержка, конечно, от управления общественных связей мэрии Новосибирска. Впрочем, все это не означает, что мероприятие сложится само собой.
Это очень много времени тратится, потому что это надо людей обзвонить, объяснить, чтобы они пришли, их чем-то увлечь. Вот не просто ж так вот, иди, постой там. Нет. И каждый ТОС представил свою программу. Например, написать письмо участнику СВО или сделать свечи. Для общественников события прошлого века и нынешнего связаны неразрывно одним духом защиты Отечества. Поэтому и на праздники, и в повседневной жизни героев и их семьи не забывают. Мы, представители Советов домов, очень благодарны нашим председателям ТОС. С любой просьбой обращаешься, они всегда откликаются, оказывают помощь. И вот семьи, которые постигло горе, погибли сыновья, мужья, братья, они тоже приходят в эти семьи, чтобы как-то, ну, поддержать моральный дух этих семей. Праздник получился с размахом. Здесь и концерт, и выставка ретро-техники, и показ оружия. И, конечно, солдатская кухня с кашей. Но для активистов ТОС с завершением торжеств работа не заканчивается, наоборот, ее только больше. Впереди День защиты детей. А после него работа с ребятишками на каникулах. Общественники организовали летние трудовые лагеря при ТОС. И желающих быть в них каждый год все больше. Константин Клещин, итоги недели. «Одна на всех» – так называется авторский проект нашего телеканала, приуроченный к 79-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Командный проект. В кадре Алексей Кудинов и Ксения Петренко, а за кадром еще много наших сотрудников работали над тем, чтобы в течение 3 часов в прямом эфире рассказывать о военной истории, культуре, о событиях, которые происходят онлайн. И все это было познавательно, динамично, информационно насыщенно. Отметим несколько моментов. Вот фрагмент из рубрики Сергея Толмачева «Обской фронт». Красноречивые факты из документов того времени, которые не нуждаются в комментариях. Я прям хочу зачитать этот документ. Телеграмма вообще, знаете, потрясающая. 120 детей эвакуированного детского дома в Нижний Чулым, разутые, не имеют дома обуви. Просим облсполком отпуск к нам для пимов, то есть для валенок, да? 500 килограмм шерсти из фондов облсполкома. Для нужд эвакуированных. Пимы скатаем сами, на месте. Просим отпуск нам шерсти через заготовительные организации нашего района. Результат срочно телеграфируйте. Директор Романенко. Еще об уникальной акции, или правильнее сказать, инициативе, о которой мы тоже рассказали в проекте «Одна на всех». Восстановление памятника воинам, погибшим в Великой Отечественной войне, памятника в маленьком селе Боярка Колыванского района. Это была инициатива нашего телеканала, а получилось такое общее, большое, доброе дело. Вот как это было. 8 сотрудников телеканала ТС приехали, чтобы принять участие в этом проекте. И вот сейчас наши мужчины делают забор. Михаил, вот расскажите, почему решили принять участие в проекте? Вообще, как зародился этот проект? Идея такая. Мы вот сейчас своим примером показываем, а давайте мы в нашей области, тут много денег не нужно. Во-первых, когда есть люди, все делается быстро, дружно. Здесь местное население нам пирожков напекло, сало местное, водичка, все. Ну, в общем, с хорошим настроением, под музыку, под колоночку все работают. И мы хотим вот пример дать для того, чтобы в других местах, может быть, сейчас кто-то не успеет, вот увидев по телевизору к 9 мая преобразить памятники в своих сельских поселениях, сельсоветах. Но можно же это будет чуть попозже сделать, собраться дружной командой за один день. Просто атмосфера нереальная, погода классная и все. Это пример. Спасибо, Миш. Ну что, продолжаем работать? Спасибо, да. Последний штрих – пропитка бруса. Спустя 6 часов работы место памяти преобразилось до неузнаваемости. Сегодня, 9 мая, возле благоустроенного мемориала собрались все жители села Боярка. Много было и музыки военных лет в нашем проекте «Одна на всех». Солисты театра оперы и балета, актеры театра «Красный факел», исполнители из ДК «Октябрьской революции» с помощью нашей профессиональной бригады режиссеров и телеоператоров сделали так, что эту музыку, песни хочется слушать и слушать. Но одна музыкальная глава в нашем проекте особенная. Столетие со дня рождения Булата Акуджавы, как раз 9 мая 1924 года. Любимые песни в исполнении группы «Агма». Одной из этих песен мы и заканчиваем нашу программу «Итоги недели», посвященную Дню Победы. С праздником и до встречи в эфире.
А мы с тобой, брат, из пехоты. А летом лучше, чем зимой. С войной покончили мы счеты. С войной покончили мы счеты. С войной покончили мы счеты. Бери шинель, пошли домой. Война нас гнула и косила. Пришел конец ей самой. 4 года мать без сына. 4 года мать без сына. 4 года мать без сына. Бери шинель, пошли домой. Пеплу наших улиц. Опять, опять, товарищ мой, скворцы пропавшие вернулись. Скворцы пропавшие вернулись. Скворцы пропавшие вернулись. Бери шинель, пошли домой. Закрытыми очами спишь под фанерною звездой. Вставай, вставай, однополчанин. Вставай, вставай, однополчанин. Вставай, вставай, однополчанин. Бери шинель, пошли домой. Что я скажу твоим домашним, как стану я перед домой? Неужто клялся днем вчерашним? Неужто клялся днем вчерашним? Неужто клялся днем вчерашним? Бери шинель, пошли домой. Мы все войны шальные дети. И генерал передовой. Опять весна на белом свете. Опять весна на белом свете. Опять весна на белом свете. Бери шинель, пошли домой. Опять весна на белом свете. Бери шинель, пошли домой.